Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале «Серебряная Лилия Уфа». Для новеньких хочу представиться. Меня зовут Лилия. Я представляю ювелирный магазин «Серебряная Лилия». Мы находимся в городе Уфа. У нас украшения различных производителей, различных поставщиков. Очень часто мы ездим на выставки, выбираем красоту для нашего магазина. Очень много выкладываем фотографий, видеообзоров и небольших обзоров. У нас есть телеграм-канал. Ссылку на телеграм-канал оставляю в закрепленном комментарии под видеообзором. В телеграм-канале мы ежедневно выкладываем фотографии украшений с ценами. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. По всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Можете в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграм-канале написать. У нас серебряные украшения разных производителей. Есть и российские, есть и импорт. В основном выбираем украшения по душе, то, что приглянется. Начнем. Сегодня украшение ручной работы, эксклюзивная коллекция, матовое серебро, оксидированное, черненое серебро, необычные фантазийные, скажем так, украшения, потому что по-другому назвать их не хочется. Действительно, эти украшения хочется разглядывать, трогать, смотреть. Такие украшения передавать по наследству не стыдно, потому что действительно очень необычно, стильно. Серьги здесь весят 10,9 грамм, 7800 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. Матовое серебро, фактурное. Очень такая необычная, неординарная работа. Подвеска 3400 рублей. Весит она 4,7 грамм. Довольно-таки крупное ушко. На тонкую, на среднюю цепь подойдет. И кольцо. Кольцо 4750 рублей, 18,5 размер. Шикарнейшая работа. Шинка хорошая, такая достаточно толстенькая, крепенькая. При желании эти украшения можно увеличить размер колечка, либо уменьшить. Прекрасные наборы. Следующий комплект тоже матовое серебро. Здесь вставка культивированный жемчуг и лазурит. Серьги весят 8,3 грамма, 6300 рублей. Занижение штифта буквально 1-2 миллиметра, но очень много места для мочки. Обратите внимание, здесь такое интересное фактурное серебро. Кольцо. Колечко тоже очень необычно выполнено. Такой стильный, лаконичный комплект. 19 размер, 3700 рублей колечко. Следующий комплект тоже очень-очень необычный комплект. Посмотрите, и здесь поблескивают это гематиты. Здесь также матовое серебро. Интересное такое фактурное. Черный оксид, светлый. Занижения штифта здесь нет. Серьги весят 6,5 грамм, 5500 рублей. Кольцо, очень такое оригинальное колечко, 17,5 размер есть. И 18,5 размер, 3000 рублей. Тоже красивое такое фактурное серебро. Следующий комплект, это вообще, конечно, здесь можно думать, придумывать название этому комплекту. Я сидела, смотрела и думала, мне кажется, это, ну, такой комплект можно назвать «Зарождение жизни», наверное, не знаю. Но смотрите, здесь как будто это выполнено как будто под землей, семечко, да, и вот здесь такой вот росточек. Наверное, это хотел показать дизайнер.
Очень необычно. Тоже матовое серебро. Это коралл, прессованный коралл. Занижение штифта 2-3 мм. Очень много места для мочки. Шикарное произведение искусства, я считаю. 13,2 грамма весят серьги. 10 тысяч рублей. Кулон 4600 рублей. 6,5 грамм весят кулон. И ушко крупненькое, хорошее. С обратной стороны тоже. Посмотрите, как оно выполнено. И отдельно колечко еще покажу. В кольце тоже шинка широкая, крепенькая. Кольцо 18,5 размер, 5650 рублей. Следующий комплект тоже очень-очень оригинальный. Посмотрите, какая прелесть. Дерево и культивированный жемчуг. Также матовое серебро, чернение. Замочек здесь, занижение штифта буквально 1-2 миллиметра. Довольно-таки много места для мочки. Очень красивая работа. 7,6 грамм весят серьги, 6000 рублей. Кольцо 4150 рублей. Размеры есть 18,5 и 19. И также здесь шинка. Тоже крепенькая, хорошая такая шиночка. При желании можно будет увеличить. Такое, знаете, сатиновое серебро. Следующая модель. Елочки. Я думаю, что в преддверии Нового года такой комплект очень даже кстати будет. Здесь синтетический опал. Также матовое серебро, оксидирование. Занижения штифта в этих серьгах нет. Они весят 9,8 грамм, 6950 рублей. Кольцо 19 размер, 5000 рублей. Шинка тоже крепенькая, хорошенькая такая шиночка. Детально, настолько каждый комплект детально проработан, что хочется разглядывать как картину эти комплекты. Следующий комплект, посмотрите, какая прелесть. Здесь прессованный коралл, прессованная бирюза и культивированный жемчуг. И также очень красивое фактурное серебро. Серьги здесь 12,5 грамм, весят 9250 рублей. Занижение штифта буквально 1-2 миллиметра. Но места много для мочки. Очень хорошие такие аккуратные замочки в комплектах. Кольцо 5900 рублей, размеры есть 18,5 и 19. Тоже широкая, крепенькая шинка. Очень красивое такое сочетание цвета все-таки подобрали. И сюда к этому комплекту есть вот такой вот браслетик. Браслетик идет с дополнительной цепью. Тоже очень стильно выглядит. Размеры 18-20 указано на браслетике. Цена браслета 9950 рублей. Также здесь такое матовое серебро. Очень яркий, красивый комплект. Следующая модель, одна из наших любимых моделей, котики. Очень веселые котики. Шикарный дизайн, такой вот прямо вот вне возраста, и взрослым нравится, и молодым девчонкам нравится. Шикарная модель, обожаю ее. Здесь нет занижения штифта, сережечки вот такие вот веселенькие с хвостиком подвижным. Серьги весят 4,3 грамма, 4150 рублей, колечко 17,5, 18,5 и... Так, секунду. И 19 размер. Цена 3300 рублей колечко. Тоже шинка крепенькая, толстенькая. Такой перстенечек.
Следующая модель, очередное произведение искусства. Здесь настоящая картина с культивированным жемчугом. Мятое серебро посередине, красивое фактурное серебро. Шикарный, шикарнейший дизайн. Занижение штифта буквально 1-2 мм, очень много места для мочки. 12,2 грамма весь от серьги, 9000 рублей. И кольцо 18,5 размер, 5650 рублей. При желании тоже можно увеличить, либо уменьшить колечко. Шинка широкая, двойная. Прекрасный, конечно, набор. Следующий комплект, это тоже здесь такой пейзаж. Здесь вот вставочки маленькие, это кубический цирконий, птица летит, деревья, горы. Колечко тоже отдельно покажу, очень красивое исполнение. Занижение штифта буквально 1 мм, матовое серебро, 4,4 грамма весь от серьги, 4600 рублей. Кольцо 4100 рублей, колечко 18,5 размер. И посмотрите, какая прелесть. Наверное, вот так вот оно. Тоже видите, да, птицы, деревья, горы. Ну, изумительно, конечно, это все выглядит. Вблизи, вживую. Прелесть. Следующий комплект тоже очень интересный, такой лаконичный, стильный набор. Здесь серьги весят 7,9 грамм, 5200 рублей. Занижения штифта здесь нет. Очень неординарное исполнение. И колечко 19 размер, 3450 рублей. Немножечко колечко к обратной стороне сужается, но в целом оно такое широкое. Тоже такое сатиновое серебро. Следующий комплект. Наверное, его можно назвать ночной камыш. Очень интересно, но здесь каждый комплект, я считаю, произведение искусства очень красиво. Здесь также синтетический опал, синий опал. 10,9 грамм весят серьги, 8200 рублей. Занижение штифта буквально 1 миллиметр, но места для мочки предостаточно. Подвеска 3700 рублей, кольцо 19 размер 5000 рублей. На тонкую и среднюю цепь ушка кулона. И тоже обратите внимание, здесь оно такое фактурное серебро. Очень напоминает текстиль какой-то. Шинка тоже крепенькая, толстая шинка. Следующий комплект. Здесь также дерево и жемчужинки. Наверное, здесь жемчужинка выступает в качестве, наверное, яблочка. Очень красивый тоже комплектик. Интересное исполнение. 8 грамм весят серьги, 7800 рублей. Занижение штифта здесь нет, на тонкую и среднюю мочку. И обратите внимание, здесь вот как бы в просвете открыто, да, деревце. Так вот видно будет деревце, очень красиво. А здесь колечко закрытое получается. Черненое серебро, 19 размер, 4150 рублей кольцо. Тоже при желании можно увеличить, либо уменьшить размер. Следующий комплект, не знаю, как можно назвать, дом, милый дом, птицы, наверное, это солнце и домик. И здесь вот труба, это гематит. Тоже очень все детально проработано, очень необычно, очень интересно. 12,6 грамм весят серьги, 8700 рублей. Занижение штифта небольшое, буквально 1 мм, но очень много места для мочки. 19 размер колечко, 5650 рублей. Кулон 4200 рублей.
тоже на тонкую и среднюю цепь подойдет кулон. А также еще у нас пришла брошь к этому комплекту. Так. Вот такая вот брошь. Посмотрите, как красиво. Она весит 14 грамм, 10 300 рублей. Шикарная, конечно, работа. Прелесть. Так, следующий комплект — это кленовый лист. Кленовый лист. Здесь прессованный коралл. Вставка, также черненное серебро, очень красивое фактурное серебро. 13,4 грамма весят серьги, 10 400 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. Брошь-кулон 5100 рублей. Видите, да, здесь какое ушко. То есть и как кулон можно носить, и как брошечку. И кольцо. Колечко 19 размер, 5900 рублей. Сейчас покажу поближе. Вот оно, вот такое вот кольцо. И тоже широкая такая шинка. Так, и у нас пришел опять наш любимый комплект. Черненое серебро. Очень люблю эту модель, такая интересная лаконичная модель, и в пир и в мир, на каждый день прекрасный вариант, стильно, лаконично, ничего лишнего нет, подойдет под многие образы. Здесь занижение штифта 2-3 миллиметра, очень такие стильные сережечки, можно их вот так вот надеть, то есть кому как нравится. Подобные серьги нужно пробовать и так, то есть они всем подходят по-разному, на каждой мочке сидят по-разному. В данном случае серьги 3,4 грамма весят 3900 рублей, кольцо 2500 рублей, размеры пришли 18,5 и 19 размеры пришли, и сюда... Сюда пришел браслетик. Посмотрите, какая прелесть. Так, я серьги и колечко убираю. К этим серьгам и кольцу у нас есть браслет и колье. Сначала покажу браслет. Он такой звеньевой, с дополнительной цепью. Выглядят, конечно, безупречно. Для тех, кто любит черненое серебро, я считаю, что идеальный вариант. Идеально садится браслетик на ручке. Просто великолепно выглядит. Данный браслет 17-20 размер за счет дополнительной цепи. Цена 8000 рублей. Браслетик, так, они у меня все, да, 17-20 одного размера пришли, и к ним есть колье, тоже звеньевое колье, но лежит, конечно, колье на шейке просто великолепно, это настолько красиво выполнено. Я когда первый раз увидела эту модель, я подумала, ну ничего интересного, на мой взгляд. Но когда я примерила, когда посмотрела, как это визуально выглядит на шее, это действительно очень интересно и такое вот прям дорого-богато. Это из этой серии. Шикарный гарнитур, шикарное колье. А здесь дополнительная цепь. Размер 45-48, цена колье 17800 рублей. Вес 25,5 грамм. На сегодня все. Я надеюсь, что вам понравились наши новиночки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!